Говорят, Берлин — это больше, чем просто город. Его называют частичкой Вселенной. В этом убедились зрители представления «Шэньюнь», которые познакомились с культурой Древнего Китая на сцене знаменитого театра «Фридрихштадт-Палас». Прекрасное представление, замечательное, красочное, оно похоже на удивительный сон. Мне очень понравились костюмы, я многое узнала о китайской культуре, ради этого стоило потратить этот вечер. Да, и слова песен действительно очень впечатляющие. Честно говоря, у меня нет возможности поехать в Китай, чтобы узнать его поближе, но теперь я совсем иначе понимаю китайскую культуру и самих китайцев. На меня больше всего произвели впечатление сильные голоса. Это было для меня полной неожиданностью, ведь я думал, что китайцы мягкие и более спокойные. А я услышал необыкновенно сильные голоса у таких хрупких людей. Другие выражали свои чувства более эмоционально. Я плакала от счастья. Я поняла, что китайцы борются за свободу, чтобы быть счастливыми. Это меня так тронуло, что я расплакалась. А такое со мной происходит нечасто. NTD, Берлин, Германия.